Автомобили Volkswagen Polo отечественной сборки теперь возят бригаду неотложной помощи Перхушковской больницы. В них терапевты и педиатры выезжают на дом к пациентам, проживающим в Перхушково, Назарево, Жаворонках, Горке 10, Успенском и Соснах. Именно эти населенные пункты закреплены за районной больницей. У нас были автомобили всего два, но они уже исчерпали все свои ресурсы. Часто ломались и часто, скажем так, проблемы появлялись именно с транспортом, связанные по оказанию неотложной помощи. В настоящее время, думаю, что еще лучше и качественно будем оказывать эту помощь нашему населению. Неотложка приезжает на такие вызовы, где нет угрозы жизни, но есть угроза здоровью пациента. Больному только окажут помощь, чтобы не возникло осложнений. Врачи могут назначить лечение, выписать рецепт, оформить документы для больничного листа и отправить пациента на консультацию к его лечащему врачу. Если больному потребуется госпитализация, то специалисты вызовут скорую помощь. Это хорошее подспорье и нашей скорой помощи, потому что здесь рядом есть обученные медицинские специалисты высокого уровня, укомплектованы полностью медицинским оборудованием. И они как раз-таки в неотложную ситуацию первые вот в этом радиусе приходят на помощь и маленьким, и взрослым. 2 миллиона рублей своего депутатского фонда в исполнение наказа избирателей 2019 выделила Одинцовской районной больнице номер 2 первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина. На эти деньги удалось приобрести 3 машины отечественной сборки. Я считаю, все, кто живут на территории в нашем округе, они, безусловно, нуждались в этих автомобилях. И я очень благодарна, потому что это, я думаю, не я одна, это и главврач Ашот Арташесович, и, в принципе, наши бригады сейчас будут иметь более комфортные условия для обслуживания нашего населения. Это очень важно. Еще приобретенные автомобили будут использоваться для ветеранов Великой Отечественной войны в случае госпитализации или выписки, а также как сопровождение. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».